Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это свежий выпуск новостей мира The Isle of Rima. Ну а перед началом данного ролика хотелось бы сейчас каждого смотрящего из вас подписаться на канал, прожать лайк и нажать колокольчик, так как, ребята, я заметил по статистике, из 100% смотрящих наши выпуски новостей 30% смотрят без подписки, а это большое количество людей. Обязательно подпишись, это еще больше меня смотивирует на то, чтобы снимать для вас более информативные ролики и делать это чаще. Спасибо. Ну что же, начнем с того, чем разработчики занимались последние 2 недели после того, как вышел наш последний выпуск новостей. Во-первых, большое количество времени было потрачено на разработку анимаций ухаживания их звуков, настройки баланса и других игровых аспектов грядущей системы гнездования. Также нам были показаны новые анимации ухаживания Тейназуха, Карнотавра, Гипсилофодона и Птеранодона. Давайте посмотрим их и продолжим. Во-вторых, разработчики полную меру занимаются над системой скинов, то есть окраса для динозавров, собственно говоря, которые должны выйти одновременно с обновлением гнездования. Итак, давайте расскажу вам о системе скинов. То, что мне известно на данный момент. Сразу оговорюсь, что полный функционал не будет введен сразу, а будет постепенно добавляться. Система окраса будет иметь большую игровую функцию. То есть в меню выбора вашего динозавра появится обширный интерфейс, в котором вы сможете выбрать из большой разнообразной цветовой палитры окрасы. Повторюсь, он будет достаточно многофункционален. То есть для каждого отдельного участка тела можно будет выбрать свою цветовую палитру. Голова, шея, спина, живот, ноги, хвост, кончик хвоста. Причем должна появиться еще функция насыщения каждого отдельного участка тела. Сделать их более заметнее, придать им яркости и токсичности. Но это ни в коем случае не значит, что на выходе мы получим Beasts of Bermuda с ее мультяшными окрасами и выделениями. Если что, я ничего не имею против данной игры, просто мы сейчас сравниваем ее с хоррором. Также появится выбор большего количества различных пятен нанесения на тело вашего динозавра. Как по мне, то система скинов уже очень нужна в игре и большому количеству игроков, чтобы выделяться в своем тиммейте. Даже если у вас уже согласно лимитам динозавров в игре, вы не можете добавить человека в пати. Еще добавлю то, что для каждого отдельного динозавра в игре будут свои настройки цветов. Они ни в коем случае не будут совпадать с другим видом животных. У Карнотавра свой набор цветовой палитры и пятен, у Тенонтозавра другие и так далее по каждому. Думаю, что про скины от загнездившихся динозавров можно не рассказывать. Хотя могу напомнить, в одном из выпусков новостей я рассказывал, что скин детеныша динозавра будет прямо зависеть от родителей, отца и матери. Возможно, вам выпадет либо смешанный скин, либо скин с 80% окраса матери и 30% от отца. И наоборот. И, скорее всего, тут не будет зависеть от того,
какого пола вы родились. Единственное, чем вы будете отличаться, это чуть меньшим ростом и физическими отличиями. Друзья, извечный вопрос, и который я также хочу закрыть его в этом выпуске новостей. Когда появятся в игре новые динозавры? Мы знаем, что дорожная карта еще будет меняться. И то, что на Трелло есть сейчас, это не окончательные этапы. Вот ответ Панча, который все-таки ответил мне. Панч, добрый вечер. Скажи, пожалуйста, в каких обновлениях нам ждать новых динозавров, заявленных на дорожной карте? Ответ. Они будут появляться в любом из обновлений, но с сочетанием игрового баланса. Эх, хорошо бы только это не растянулось еще на десятки лет разработок. Будем надеяться на то, что за кулисами будут отдельно дорабатываться новые динозавры. И огромным сюрпризом их будут вводить вместе с обновлениями. Люди в игре. Заходя на сервер в игру, вы не будете спавниться в места со зданиями. Также останутся лишь 4 выбора места спавна на карте. По поводу оружия в игре для наемников. Его нужно будет искать на карте в локациях, каких пока не уточняется. Но найти его будет трудновато. Оружия будет немного, скорее всего лишь 5 видов огнестрела. И, кстати, сразу огорчу вас всех. Боеприпасы на карте будут очень ограничены. Но если вам удастся найти другого игрока и убить его, у вас выпадет шанс забрать весь его лут. Карта визуально пока не будет меняться, вся местность останется той же. Но вот с новой обновой в игру могут добавить 3 человеческие постройки. В каком месте они будут расположены, пока не уточняется, но где-то в официальном дискорде разработчиков я видел инфу, что одно из них даже будет подземным. Вопросы на стримах, кто из динозавров будет лазить по деревьям и скалам, повторюсь, однозначно Геррера. С легкостью, которая будет спокойно перебираться по отвесным склонам гор. Но здесь появится один и плохой фактор. Геррера сможет соскользнуть с поверхности и погибнуть от удара с высокой высоты. То есть появится механика соскальзывания. Как это будет работать, пока до конца не ясно. Так что вам придется следить за своей стаминой, играя за Геррерку. Однозначно, стамина будет влиять на это. Что еще может вас сейчас удивить? Очередной ответ разработчика на мой вопрос. Панч, кроме Герреры, появится ли возможность у других динозавров также цепляться за деревья и скалы и перебираться по ним? И у кого из динозавров будет механика, подобная Ютараптору, вцепляться в жертву или в тело? Ответ Панча. В планах пока только Геррера. Австрораптор, подобно Юте. Авираптор. Возможно, Панч пока что-то скрывает, либо я где-то потерял ответ на вопрос о том, кто сможет из динозавров перебираться по отвесным склонам. На второй ответ явно правда. На концепте можно увидеть, как австрик с большого прыжка и с наскока цепляется в тело жертвы и как будто виснет на ней. И также это делает авираптор. А вот еще одна плюшечка доказательства, информацию, которую мне прислал друг и подписчик нашего канала Wild Wild West. Как австрики раньше могли вцепляться в тело жертвы в старых версиях Legacy. Ну что же, друзья, на этом я, пожалуй, закончу свой выпуск новостей по The Isle of Rima. Ну, а тебя я всего лишь попрошу обязательно подписаться на наш канал, вступить в нашу группу ВКонтакте и также в наш Дискорд. Все ссылочки будут в описании под видео. И в скором времени вас ждет еще один свежий выпуск новостей. Следите за каналом и всем хорошего выживания в мире The Isle of Rima. Пока.